Всем привет! Сегодня Воронеж. Снова у нас Вика Качкасова нарисовала очередной классный плакат. Вик, расскажи, кто эти прекрасные люди на плакате? Искренне надеюсь, что этих прекрасных людей вы уже и так узнали. Сегодня 1 апреля, день дураков. Плакат мы посвящены пропаганде, которой нельзя верить. Потому что эти люди, которые у нас на телевизоре и внушают идею ненависти и вражды к украинцам, я считаю в корне неверной и неправильной. Так, это уже твой какой, наверное, 4-й по счету пикет. Да, расскажи, что у тебя с судами. У тебя в ближайшее время состоится суд, поэтому расскажи поподробнее. И, может, кого-то пригласишь, может, люди придут поддержать. Суд у меня назначен на 3 апреля, кстати, 23.3. 9.30, да, если я не ошибаюсь? Да, в 9.30, к сожалению, не помню конкретно где, но я думаю, потом в телеграм. Это Центральный районный суд, я помню. Центральный районный суд, комиссар Ржевская, 18. Поэтому все, кто 3 апреля в 9.30 может прийти, приходите, поддержите Вику. 23.3, статья «Дискредитация вооруженных сил РФ». Поэтому можете прийти и поддержать Вику. Воронеж, комиссар Ржевская, 18. 3 апреля, 9.30. Это снова твоих рук дело, твое творчество. Сама рисовала, да? Вот так. У нас, мне кажется, в Воронеже самые красивые и красочные плакаты. Мы им не верим, и напишите в комментариях, верите ли им вы, да. Вик, спасибо тебе большое от всех людей, которые пишут много в комментариях, за то, что ты выходишь, за то, что не боишься. Да, привет подписчикам «Острого угла», подписываемся на канал и ставим лайк. Пока!